Накрывший улицы Саратова снежный покров установил своеобразный рекорд. Такое раннее выпадение осадков в нашем городе отмечалось 39 лет назад, 14 октября 1976 года. По данным метеорологов, 7 октября 2015 осадки фиксировались на территории всего региона. В большинстве районов в виде дождя, а в Левобережье это был мокрый снег. Причем самый высокий снежный покров, 9 сантиметров, зафиксирован в Ершове. В Саратове же выпало до 4 сантиметров. Снег не растаял и на следующий день. Жители Саратова активно обсуждают неожиданный приход зимы в соцсетях и выкладывают фото и видео заснеженных, но еще зеленых деревьев и травы. Не обошлось и без курьезов. Так, на привокзальной площади, несмотря на выпавший снег, продолжается полив газонов. Видимо, коммунальщики решили не отключать автоматическую систему. Это видео, размещенное на канале YouTube, за несколько часов набрало более 1000 просмотров.